Я надеюсь, что до аэропорта я доберусь целым и невредимым. Но мне еще осталось немножко, 2-3 километра. Весь мокрый. Вот и аэропортады наконец-таки. Всего лишь почти 8 километров, пешком 1000 калорий, полтора где-то часа я шел. Немного подустал, но, слава богу, вроде вовремя. Песенку пел. Как там, в трудную минуту не бросит, лишнего не спросит. Вот что такое настоящий верный друг. Классная песня. А я побежал на бординг, на регистрацию и все прочее. Увидимся в самолете. Фух, у меня сейчас пульс по 200. Вообще жестко. Сейчас объясню, почему. Мне можно было только брать один small bag. Но, короче, я взял два. Когда проверяли, слава богу, вторая проверяльщица, ну, женщина, которая смотрела сумки, я вторую так быстро убрал в сторону, типа, не моя. Взял одну большую, она такая, блин, она большая, типа, тебе надо, ну, я говорю, ну, это, она разрешила ее взять. Фух, и... И потом, когда в самолет садился, тоже проверяли, я быстренько тут пробежал, чисто на фарте, отвечаю, я сижу, переживаю. Вот, закинул одну наверх, сумку, вторую здесь. Вообще, мне можно было одну очень маленькую. И я надеюсь, что когда буду лететь с острова на Барсу, будет все в порядке. Ну, короче, фартануло, я безумно рад. Ах да, у меня офигенное место. Ладненько, все, буду настраиваться. А нет, нифига, еще не все. Мне очень повезло, у меня слева сидит уже подбуханная женщина, она реально с пивасиком. От нее несет пивком. Я жду второго соседа, я не знаю, кто там будет. В общем, а что я ожидал, если я лечу на курорт, в котором только бухают, танцуют и гуляют? Это порт, если что, на Ибице. Куча яхт. А вот и прогулочный катерок. В принципе, очень бюджетно. 3 евро в одну сторону, 5 в две. Вон прайс висит. Идем дальше. С корабля на бал. Очень маленький яхт-клуб. Прям с самолета сразу на яхту и в открытый океан рыбку ловить. Ох, как я кушать хочу. В Финляндии немножко потеплее было, мне кажется. Выбирай, садись любую. В прошлом году я здесь тоже был. Сейчас мы доберемся до самого края, там вид классный. И яхточка прикольная стоит. Вот, кстати, и порт во весь его красе, сейчас покажу. Тут у меня домики, там детишки живут какие-то смертные. А это, как вы поняли, яхт-клуб за меня. Есть такие яхточки, точнее кораблики. Фу, даже ничего говорить не хочется. Райское место. Но это еще не самое
невероятно красивые, классные места, да, написано. Чуть позже я сейчас отправлюсь дальше, покушаю, чай попью. Буду смотреть, на какой яхте я сегодня остановлюсь. Как я сказал до этого, много говорить даже не хочется. Просто кайф, просто релакс. Наверху точно таких же куча туристов, которые фоткают сверху. Прикольный кораблик. Здесь я наверху был, там какие-то старые сооружения, может какой-то Old City, как в Малаге, не знаю. Здесь такая площадочка поспать, как вот ребятки делают, поспать, отдохнуть. И порт весь на ладони. Очень много строек я заметил, прям очень много. Прям невероятно много. Возле каждого дома стоит стройка. Cent, он и на Ибице 50 Cent. Ребят, слушают. Что я могу еще сказать? Спокойно, умиротворенно. Нет большого количества людей. Погода отличная. Я еще не плавал, но чуть позже я окунусь. Там затемняет маяк. Какой-то. Не знаю, как он называется. Мне все равно. В следующий раз не обязательно сюда. Минимум, я думаю, на месяц, конечно, хотелось бы. Но посмотрим. Пару дней на острове очень мало. Если что, я сюда забрался, а здесь ресторан, но он закрыт, еще людей нету. Обалденное место. Эти прекрасные улочки. Супер. Все готовятся к сезону, кто что подкрашивает, ремонтирует. Самое лучшее время, чтобы узнать остров, пока нету всего этого шума, пьянок. Шел, и вот только что мужик, он разговаривал на украинском и попросил воды, как бы, ну, они тут строят, попросил налить воды в эти. Он мне говорит, нет, нету. Попросил, говорит, чтобы у испанцев, причем с ресторана, ну, как бы дал бутылку свою, с удовольствием налили воду. Не буду комментировать. Каждый сам для себя примет вывод. Пойду я дальше. Прогулки, а питание по расписанию. Ладно, я шучу. Не кушаю по расписанию. Просто хвастаюсь, где я нахожусь.
Испанцы молодцы. Ну, фотосессии-то устраивают. Реально крутая улочка, мне нравится. Еще раз убеждаюсь в том, что если я что-то хочу, вселенная мне это дает. Просто задает немножко подождать. Ну и, соответственно, что-то делать. Просто так с неба ничего не падает, надо отойти машинкой. Этими улочками в итоге я сейчас доберусь до замка. Вот он виднеется. Чтобы вы понимали. А точнее, вы видели, какими коридорами я шел. Настоящий лабиринт. Вот эти детки. И вот здесь их родители, по-моему, живут в самой настоящей беззаботной жизни. Мне малый опоздал, либо пнул меня бутылкой, я так и не понял. Но они на цыган похожи больше, чем на испанцев. Реально, как я понимаю, тут цыгане живут. Вот там мужик вообще такой сидит, так на меня криво посматривает. Здесь вот тоже что-то ко мне-то начал говорить, но я ему сказал, что я нихера не понимаю, поэтому может ничего не говорить. Смотрите, какой здесь вид. Мне немного страшно сейчас за свою жизнь. Потому что они на меня смотрят, как будто я инопланетянин какой-то. Я надеюсь, я отсюда целый выйду. Ну, целый выйду точно. В общем, сзади меня вот там целый город, чтобы сюда подняться. И высота тут немного приличная. Тут куча мусора. Портят они природу, но очень красивая. Безумно красивая. Сейчас съебываю я отсюда, извините за мат. Ко мне уже реально они подошли, типа показывают. Типа кольца, цепочки есть, что-то еще, все. Пардоны, ну блин, надо бежать. Я хочу быть целым. Единственное, знаете, что жалко на этой стороне острова? То, что закат с другой стороны, где Сан-Антонио. А я где Пача, Ушуа. Ну, гостиница очень известная. Ну, по-другому не знаю, как район тут назвать. Район порта. Метров 20-30 здесь. А так это... Божественное место. Надо же бежать, уже никуда не хочется что-то смотреть. Просто сел, тишина, чайки, море, голубая вода. А я безумно счастливый человек. Можно сказать, что я пьяный, но я не пью. Эмоции. Я 100% приеду на большой срок на Ибицу. Ибица все-таки остров счастья. Да, хотите узнать классные, клевые места, всегда забирайтесь на самую высокую точку, как бы не было страшно. Даже если вы что-то не знаете, просто видите, там что-то самое высокое, ползите, и будет вам офигенный вид.
Людей много нету, практически уже никого. А еще, кстати, если бы я снял какой-нибудь классный прям отель, не знаю, прям очень офигенный, как делают многие люди, набухался бы там, пару раз ходил в клуб, разве можно увидеть природу? Разве можно увидеть это потрясающее, что окружает нас? Вряд ли. Обычно человек, когда попадает в очень красивый номер, классно обставленный, и он сидит там долгое время и ленится куда-то выходить. А мне порой кажется, что эти чайки хотят меня это скинуть отсюда, но я им не дамся. Ладненько, буду я кайфовать. Надеюсь, у вас тоже настроение хорошее. Кстати, просто вот задал вопрос друзьям, знакомым, подружкам, людям. Ну, посмотрели до видео, я скинул, я вам это. То не, нафига у нас нет времени. Потом я захожу на их страничку в Инстаграме, ВКонтакте. И знаете, что я там вижу? Тупорылые селфи в зеркало. Ладно, одно. Таких там сотни таких тупых фоток. Некоторых даже там куча там лайков, что-то еще. Мне насрать на лайки и прочее, и просмотры. Я для себя это делаю. Я счастлив. Но когда мне тоже говорят, да что там смотреть, ты хочешь, чтобы все смотрели твои сторис, там, твои видео на YouTube? Да не смотрите, господи, я никого не заставляю. Я говорю, снимаю всегда для себя и для тех, кому это интересно. Но когда мне кто-то заявляет, что там смотреть, ребятки, ну, значит, у нас разное мировоззрение на этот мир. Да, здесь бы я бы все-таки не отказался, наверное. Хотя можно пойти купить немножко вина. Совсем чуть-чуть. Хотя нет, я же куплю бутылку, а это для меня много. Поэтому ограничусь биточками, протеинчиком. И побегу я дальше. Самый настоящий замок. Кто-то даже лежит, отдыхает. Кстати, написано на статуэтках, которые здесь изображены, что его построили в 7 веке. Я думаю, нашей эры. Так что всякие джеки-воробьи отдыхают. Тут реально круто. Plaza de España. Опа! Целый туннельчик. Погнали, погнали, погнали. А вот и свет, наконец-таки. Вот отсюда я вылез. Опять ступеньки. Да сколько можно уже, а? Да ладно. Пришел я оттуда. Опять в гору подниматься. Ничего, сейчас поднимемся на этот замок. Все люди, как люди на машинах, а я на своих двух. Здесь есть указатели, но они мне ни о чем не говорят. Вот какой он этот замок. Ну, хотя бы я знаю, где я нахожусь. Ах, да. Еще одни двери. Поехали. Фу. Эй! Красивенько здесь. Даже что-то закрыто. Ух ты! Ух ты! Да тут вообще красота. Блин, это как ассасина игра называется. По-моему, вот я в нее когда-то играл. Мешки, патроны. Блин, круто. Тут еще какие-то ходы, но уже все закрыто на сегодня. Поэтому селеви. То, что успею посмотреть, то увижу. К
Каждый раз все выше и выше. На этот раз точно выше этого замка ничего нету. Так, нам сюда. Люди сидят, кайфуют. Все парочками, а нет. Вот двое отдельно сидят. Сейчас мы посмотрим, что там за вид. Супер. Девчонки, я не знаю, откуда они, из Китая, Японии, сделали мне пару фотографий. И у них получилось довольно-таки неплохо. Теперь они сами селфятся. Да, теперь точно я выше уже залезть нельзя никуда. Это старый замок. В 7 веке. А там какие-то девчонки, подростки слушают музыку, кстати, очень даже неплохую. Вот и исчезло солнышко. Но от этого вид стал не менее прекрасным. Была бы у меня супер оптика, было бы гораздо лучше видно. Но поверьте мне на слово. Это нужно видеть своими глазами. Самолеты летают каждые 10 минут. Сейчас огни зажгутся, будет вообще здорово. Каждый домик будет освещаться. Не так уж и холодно, ветра нет. Ну, а завтра я хотел бы попасть на другой конец острова, я надеюсь, я упаду. О, летит Ryanair. Очередная порция туристов на остров счастья.